Сотрудниками уголовного розыска Брещины работа по раскрытию убийства не прекращалась с 2014 года. На причастность к преступлению проверялся большой круг лиц. Исходя из улик, изъятых с места обнаружения трупа, работа проводилась в тесном взаимодействии с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз. В поле зрения сотрудников милиции попал 29-летний мужчина, который, как было установлено оперативниками, в день преступления находился в городе Пружаны. Фигурант задержан и уже дал признательные показания в совершении данного преступления. Весь этот разговор превратился в драку. Угу. Вот, я схватил полено. Полено было у дороги. Необдуманно, конечно, не знаю зачем, почему я ее ударил. Она упала, она потеряла сознание. Она очнулась. Вот. И у нас еще больше из-за того, что я ее ударил, потому что у нас еще больше возник конфликт. Потому что уже у нас не то, что просто разговор был, у нас уже была полноценная драка. Ну, это просто драка. И со злости я просто ее начал, бить. Чем? И поленом, и ногами. Вот, я, чувствовал, что она уже не жива. На фоне алкоголя мне, конечно, пришла только одна мысль избавиться. То есть замять, так сказать. Избавиться от тела, Вот, и я ее достал с багажника. И, получается, раздел. Ветками, деревьями я покружил наверх вещи, полил бензином. Как только поджег, увидел, что все горело хорошо, сел в машину и уехал домой.